Здравствуйте. Вам я, да. Мусор пошла выносить. Два мешка, и вот в этом были завернуты. Утопить побоялись, а выкинуть не побоялись. Ну, что? Господи, они суточные, наверное. Уснул. Угу. Уснул. Привет! На манеже все те же. Это канал «Хвостатое счастье» и я его ведущий Волков Сергей. Ну что, у нас опять поступление, опять мы не смогли отказать. Позвонила девушка, рассказала душещипательную историю, пошла выносить мусор и обнаружила, слышит, что пищат, вот обнаружила четверых котят, слепые еще, и ну, не смогла пройти мимо. Смотрела нас в ТикТоке, вот нашла телефон, позвонила и приехала из Екатеринбурга. Мы поехали по своим делам в город, в Первоуральск, договорились здесь встретиться. Сейчас встретимся и заберем этих бедолаг. Караул, в общем, караул. Я не знаю, как это можно, как это вообще. У меня нет слов, ребят. Хочу сказать несколько слов по поводу того, что впереди нас ждет всех. У нас неизвестно, как будет, что у нас будет с каналом, что у нас будет с нашими соцсетями. Поэтому в описании к этому видео я добавлю ссылки на наши группы, наши соцсети, в том числе и будут в Российской Федерации, которые я буду продолжать вести группы YouTube. Буду стараться выкладывать в Инстаграм. Не знаю, если получаться будет, то буду стараться. Также, помимо этого, я зарегистрировался еще в других соцсетях. Ссылки на эти соцсети будут в описании к этому видео. Поэтому, чтобы нас не потерять, чтобы следить за историями наших питомцев, за нашими новостями, подпишитесь, тем более некоторые из соцсетей монетизируются, и это будет какая-никакая, но помощь. Поэтому заранее всем спасибо. Для того, чтобы видео продвигалось, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь ссылкой в соцсетях. А сейчас давайте смотреть, как пройдет встреча. Здравствуйте. Вам я, да. Ага. Спасибо вам большое, прям вот вообще. Вы расскажите, что тут, как тут произошло-то? Мусор пошла выносить, мальчик стоит, школьник маленький. Подошла к мусорным бакам, пищат. Мы давай с ним, он мне помог, подержали прямо в пакете с продуктами. Я пакет расковыряла. Два мешка, и вот в этом были завернуты. Четверо, да? Я достала и домой бежать. А что с ними делать, не знаю. Это вообще корова. Искала везде, по всем звонила, никто мне не отвечает, никто не уберет. Ясно, что? Просто боюсь, что у меня погибнут, не выкормлю их, не выхожу. Угу. И кошек искала, и кормящих, никто нигде, вообще ничего. Куда-то обращались, да? Писала во всякие вот эти зоозащиты в Екатеринбурге, мне никто ничего не ответил. Не ответили? Вы единственный, кто мне ответил. Ну, понятно, что. Сколько они пролежали, непонятно. Без понятия вообще. Ну, в мешке было что-то замерзшее, прямо вот как продукты замерзшие. Ну то есть, знаю. Получается, давно, долго не лежали, знаю, да? Честно, не знаю. Вообще корову. Ладно, что, будем выкармливать. Первый раз сама в такой ситуации, никогда не думала. Честно, вот сколько видела видео, никогда не думала, что со мной такое случится. Ладно, хоть не замерзли. Ну все четверо, да, были? Да. То есть никто не погиб. То есть они вот так прямо завязаны там были. И прямо этот мешок в мешке с мусором. А-а-а. То есть я мусорный мешок расковырял. Ну это как мусор посчитали, да. Они их. Утопить побоялись, а выкинуть не побоялись. Ну что, замерзнут. Жалко, они же пищали. Я сначала достала, думаю, один там, потому что мешочек вот такой вот. Ясно. Ладно. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста, давайте, пока. Вот в ТикТоке просто смотрю, вспомнила, думаю, сейчас найду номер телефона, напишу вам. Поэтому вот так вот получилось. Понятно, ладно. Спасибо вам. Давайте, до свидания. У нас есть чем кормить ты хоть? Ну, есть, надо заказать еще, и мало будет там. Их как часто кормить? Каждые 2 часа? Каждые 6 часов. 5? 6. Может, чё-то? Может, чё-то.
морские щуки, море щуки. Все маленькие. Люпи. Люпи. Господи, они суточные, наверное. Суточные? Наверное. Девка, парень? Ах, кто ж его знает. Непонятно, да? И все мелкое пока. Дай, да, шипутка. Шипулька, да? Шипулька, да. Ну вот я думаю, что из-за того, что их четверо было, поэтому они не замерзли. Дай бог. Грелись друг об дружку. Ну, черт его знает, девка вроде. Чернышка. Чернышки. Чернышка? Чернышки, черныши. Где ты? Кто ты? Козявки, господи, козявки. И тоже чернобровые красотуны. Это вроде парень, что-то его знает. Вот это вот черный. Угу. А это... Вот это вот тоже черный. Тоже черный. Так вообще, вот видишь, пуповинка еще. Пуповины, да. То есть только-только. Ну, блин, я не знаю. Не стали тянуть сильно долго. Сразу взяли и решили проблему свою. Так проблему решили, блин, морозом. Это что за издевательство-то? Пусть мороз сделает свое дело, называется. Вот купили мы нашим котяткам, да? Сколько он? 1435. 1400. Как ты думаешь, хватит выкормить? Нет, не хватит. Не хватит, да? Еще надо будет. Я думаю, да. Ну ничего, вытянем. Давай, нямки-нямки. Нямки-нямки. Ух ты, сопротивляется. Угу. Не нравится. Это, говорит, не мамка. Это не мамка. Это говорит, какая-то другая тетя. Это мамка-заменитель. Мамка-заменитель вот такой вот. Да, да. Муся в молоке все. Больше размаза. Угу. Ну, что ты, говорит? Что ты, говорит, мне делаешь? Шубрушаться. Так вот. Вытер на ветер на мордочку. Следующий. Крипиш, крипиш. Давай похитим. Давай, открывай роту. Вот так вот, вот. Вот тоже. Непонятно. Плюется. Плюется, да? Ух ты, какие когти-то у нас. Вот. Тоже, тоже не нравится. Отпусти меня. Отпусти меня. Чё, блядь, не хочу. Не хочу, блядь. Главное, не перепутать, кого покормила, хотя нет. Тоже не знаю. Один только с такими пятнышками. Угу. Еще немножко я их начну различать. Вот так вот. Вы давайте не это самое. Надо есть. Не кочевряжьтесь, давайте кушайте. Надо набирать вес. Надо, чтобы все было хорошо. Что, уснул? Нет? Сосет? Угу. Сосет маленько. Вот так вот. Все. Уснул. Угу. Уснул. Эй, просыпайся. Я разбудил его. Угу. Я его разбудил маленько. Давай маленько еще посусикаем. Так,
вот так. Давай, давай. Жуй, жуй, глотай. Вот так вот. Оп, зацепился. И тут покушал, да? Да, тут покушал. Вот такая вот кормежка. Такая вот очередная у нас история, ребят. Ну, что я могу сказать? Наверное, это печально, что у нас есть такие случаи. Это грустно. Вместо того, чтобы стерилизовать свое животное, человек идет на такие некрасивые поступки. Ведь выбросил-то их, в конце концов, человек. Выбросили как мусор. Как ненужное что-то. Так если вам это не нужно, почему вы не озаботились тем, чтобы этого не было? Я бы вот такой вопрос задал тому, кто это сделал. Я не стал бы его ругать, не стал бы его там как-то прессовать или еще что-то делать. Нет. Я просто думаю, что этот гражданин или гражданка, она просто не понимает то, что она творит. Надо, еще раз повторюсь, в любой ситуации оставаться человеком. На этом я хотел бы сегодняшнее видео закончить. Если вам понравилось оно, если вы хотите поддержать канал, то, конечно же, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь с друзьями ссылкой в соцсетях на этот ролик. Если хотите знать, что было дальше с этими котятами, как мы их назвали, и остались ли они у нас или нашли свой дом, то тогда подпишитесь на нас. Конечно, непонятно, что будет дальше с нашим каналом и с YouTube вообще, поэтому рекомендую, очень рекомендую подписаться на наши другие соцсети. У нас на сегодняшний день есть Дзен, есть Telegram-канал. Я зарегистрировал группу в Одноклассниках, будем продвигать группу ВКонтакте. Может быть, если у меня будет хватать времени, я еще займусь и Рутубом. В общем, есть еще у нас, кстати, и Я Рус, такая соцсеть. Там тоже есть контент и сторис, и посты, и все остальное. В общем, хвостатое счастье проникает везде. И я надеюсь, что вы выберете для себя наиболее удобную для вас площадку и останетесь с нами. А на этом на сегодня все. Всем здоровья. Не болейте, берегите себя. Пока-пока.